И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Буся Трайченкова. Сегодня у нас, простите, конечно, что так давно не было видео, но это потому что у меня было много дел, и я ничего не могла снять, ничего не могла придумать. Но с Симкой видео будут позже, поэтому дождитесь конца моего отпуска. А сейчас пока что не выпуск с Симкой, а рум-тур по нашей комнате, в которой мы сейчас живем. Так, смотрите. Это наша комната. Конечно, вы, наверное, не знаете, то, что мы приехали в Кисловодск, как всегда, на моих школьных каникулах приехали в Кисловодск отдыхать. Так, давайте проведем рум-турчик мини по этой комнате. Здесь у нас есть сушилка, здесь шкаф, не можете видеть, да, здесь шкаф, большой, высокий, с зеркалом. Что у нас в этих шкафчиках? В этих шкафчиках у нас пусто. Здесь у нас лежит постельное белье, и мамина кофта висит. Также там есть вешалки, а то сейчас будете кричать: «А, нет вешалок!» В этом шкафчике у нас лежит полотенце. Здесь наши куртки. Так. Здесь у нас кроватка. Илья хватит. Илья здесь просто планшет играет. Вот он, кстати. Привет, ребята. Да. Это кровать, на ней никто не спит из нас. А вот на этой кровати спят все. Большой кровать сейчас. Вот такая кроватка. И здесь у нас новый друг. Бася! Кот. Мой кот. Так, но в шкафчиках пусто. Вид из окна сейчас покажу. Здесь у нас бутылочки стоят. Пароль от Wi-Fi. Пусто. Не пусто. Ух ты. Ну-ка. Пятьдесят копеек. Ладно, не будем их трогать. Так, и теперь посмотрим, какой у нас вид из окна. А, вот такой. Конечно, может быть, сейчас вы скажете какой-то странный, но нормально. Так, теперь посмотрим на нашу ванную комнату. Она выглядит примерно вот так. Так, включаем свет. Здесь у нас унитаз, мусорка. Раковина, вот это синенькое мыло мы не привозили, оно здесь уже было. Мыльница, я не помню, вот на это зеленая мыльница. А вот это все привозили уже мы, кроме вот подставки для щеток. Здесь у нас опять же зеркало. Привет, ребята. Здесь это, забыла, как называется. Сумка с принадлежностями разными, тазик для стирки, мыльница, это уже наша мыльница, и мыло тоже наше, и душ, двойной душ, вот такой душ. А кухню я вам покажу чуть позже, тогда, хотя, через несколько минут я вам покажу кухню. Ребят, простите, кухню я вам не смогу показать. Покажу вам кухню только во второй части, когда буду снимать наш двор и буду снимать тогда кухню. Поэтому пока что снять кухню не получится. И на этом все. Всем удачи и всем пока-пока.